Привет всем из Одессы, сердца, так сказать, нашего города, с улицы Дерибасовской. Сегодня 23 марта 2023 года. Красота. Дерибасовская всегда живая, всегда ходят люди, всегда есть какое-то движение. Работают кафешки. Все прекрасно. Жаль, у меня нет такого контента на канале. Я тогда еще не снимал про Одессу, когда Дерибасовская вся была в противотанковых ежах. Здесь нельзя было ни ходить, ничего. Но я на тот момент еще видео не снимал. Чуть позже уже начал. KFC работает, но скоро у него откроется конкурент, очень серьезный маг, и сразу все людишки, которые тут справа, перейдут туда слева, и KFC будет пустовать. Но они, я думаю, нормально сделали себе кассу, пока Макдональдс был закрытый. Уже больше года он не работает. Говорят, некоторые в понедельник 27 откроются, некоторые во вторник 28. Короче, будем видеть. Обязательно придем с вами на Дерибасовскую маг, но не обещаю на открытие, но прийти придем. На открытие не хочу идти, потому что там будут толпы людей, и я не хочу стоять в этих очередях целые сутки. Чуть ажиотаж подугаснет, и надо будет уже сходить. Здесь вообще никого нету, тишина полная.